Здравствуйте! В данном видео мы рассмотрим с вами МДП-200 с сенсорным управлением. Данная машина легка в обслуживании, изменять дозы очень просто, от 1 мл до 99 литров. Также очень просто изменять скорость вращения головки, то есть скорость вашего розлива, тоже без проблем, набираете необходимое число, и пожалуйста. Вот, настройки все у нее элементарные, калибровка, пожалуйста, тоже есть под вашу дозу. Ну, пожалуй, давайте я вам сразу разолью продукт. Сегодня у нас продукт жидкость для электронных сигарет. Пожалуйста, приступим. Пожалуйста, очень быстро, 30 мл мы с вами разлили. Никаких проблем не возникло. Как видите, последней капли нету. Я благодарю вас за внимание. Всего вам доброго. До свидания.